появились подснежники Кедронгар. Где же ручейки? Йогонвид? А весна? Шоша где? Кушта Шоша! Ой, Юкичи, салам лиже. Что ты там ищешь? Да, Юкичи, салам! Салам лиже, Юкичи. Салам, салам лиже. Юкичи, салам лиже. Салам, салам лиже. Кедронгар, Йогонвид. Шоша ищу. А тут совсем другие цветы. Куда? Куда все подевалось? Юкичи, не переживай. Шоша уке. Она сделала свое дело и ушла. А за ней приходит лето, кинеш. Посмотри, как все красиво. Это лето, лето пришло. Кинеш толом. Точно, лето по-марийски кенеш? Да, Юкичи, лето по-марийски скажем кенеш. Ой, точно, в слове кенеш есть интересный марийский звук «н». Когда этот звук произносим, язык к зубам не должен попадать. А наоборот, язык должен подниматься вверх к небам. Вот так. «Н». Кенеш, лето. Кенеш. Молодец, Юкичи. У тебя очень хорошо получается. Точно. Смотри, какая красивая бабочка ко мне прилетела. Ой, мотор, бабочка. Юкичи, слово бабочка по-марийски скажем лави. Тогда можно сказать мотор лави. Ой, сколько их много! Сейчас поймаю. Ой, 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 ой. Сейчас поймаю. Ой, ой, нет. Вот, сейчас поймаю. Ой, 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 ой. Юкичи, Юкичи, поймал бабочку? Поймал? Ой, что это такое? Сколько их много? Какая красная! Какая сладкая! Юкичи, где ты? Где ты, Юкичи? Я здесь, Сачана. Смотри, сколько много здесь ягод. Да еще такие сладкие. Ты да, Юкичи, снеги, земляника. Снеги, кенежин там же. Земляника вкус лета. Ага, земляника по-марийски скажем снеги. Снеги сладкая. Юкичи, нужно сказать снеги тамлы. О, да, точно, понял. Сладкое по-марийски скажем тамлы. Снеги тамлы. Молодец, пешса, Юкичи. Челачен, все правильно. Юкичи, там видишь, вдалеке на лугу Айвика и Чащи собирают землянику. Давай поможем им собрать ягоды. Поможем? Обязательно поможем. А куда будем собирать?
И как скажем по-марийски слово «собирать»? Собирать по-марийски нужно сказать «пугаш». Собирать пугаш. Снега пугаш. Собирать землянику. Нужно сказать «снегом пугаш». Так будет правильно. Ага, снегом пугаш. Собирать землянику. А куда? Вот тебе лукошко. Побежай к девочкам. Куржуна? Куржуна! Снеги, фикты, снеги, кокот, кумат, нола, визит, кодот. Кормишь ты чат Погина, изи комдыш паштына. Погина, паштына, паштына, Погина, изи комды племена. Одна земляничка, две землянички, три, четыре, пять и шесть. Мы в ладошки наберем, да в лукошко мы кладем. Раскладем, два кладем, да в лукошко наберем. Вот и полная лукошка. Раскладем, два кладем, да в лукошко наберем. Вот и полная лукошка. Точно, у меня лукошка полная. Молодец, Юкечи, у нас тоже полная. Юкечи, это лукошко с земляникой подари маме. Пусть и твоя мама почувствует вкус лета. Ага, снеги, кенежин, там же земляника вкус лета. Вот, тау точно. Молодец, Юкечи, такое длинное предложение запомнил. Юкечи, слышишь? Наши мальчики Эчук, Вачи что-то кричат и бегут сюда. Юкечи, Юкечи, подожди, нас не улетай! Подожди, подожди, не улетай! Не улетай! Вачи, Эчук, жду, жду вас! Юкечи, мы для твоей мамы собрали ромашки. А ромашка, по-марийски скажем, вис-вис. О, тау, Вачи, тау, Эчук! Маме будет очень приятно. Она любит ромашки. Чеверын, Йолташ Влак! Мне пора к маме. Чеверын! 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 Эй, Чеверын, Юкечи! Чеверын, Чеверын! Мама! Мама! Посмотри, сколько подарков я тебе принес от моих друзей. Спасибо тебе, лучик Юкечи. Очень приятно. Вот я собрал тебе землянику в снеге. Вкусная! Тамлы. А собирать по-марийски скажем пугаш. А это твои любимые ромашки. Красивые! Мотор! А на ромашке вис-вис, лави, бабочка. И все это подарок лета. Конечно. Мама, посмотри на землю. Правда, кенеж, лето красивое. Кенеж, мотор! Правда, правда, очень красивое лето. А ты, лучик, отдохни. Ведь завтра новый день, новые дела и встречи. Спасибо, мама. Немного отдохну. И снова к друзьям полечу.